После победы Трампа на президентских выборах в Нью-Йорке вспыхнули протесты. Сотни людей прошли маршем по центру Манхэттена. Они скандировали лозунги и несли плакаты с надписью «Защитим нашу свободу и будущее». Демонстранты не согласны с политикой Трампа по поводу массовой депортации нелегальных мигрантов. Во время предвыборной кампании республиканец заявил, что одним из его приоритетов после вступления в должность будет усилить защиту границ от нелегалов. По оценке The Wall Street Journal из США, на историческую родину могут отправить до 20 миллионов человек.